Здравствуйте, меня зовут Денис Рашов, и я хочу рассказать вам о бренде Жан Мильен. История бренда Жан Мильен началась в 1847 году, когда знатная французская семья Мильен создала свой первый цветочный аромат и назвали в честь своего сына Жан. Парфюмерное дело передавалось из поколения в поколение и дошло до сегодняшних дней. Понятие интеллектуальной моды включает в себя не только одежду, обувь, аксессуары, но и также парфюмерию, в том числе автомобильный парфюм и парфюм для интерьеров. Продукт от Жан Мильен создан для людей уникальных установок, для тех, кому не нужно что-то доказывать обществу. Необычная философия вылилась в коллекцию унисекс-ароматов, каждый из которых в себе несет эмоции, воспоминания, путешествия, заточенными во флакон. Стиль упаковки из дизайнерского матового и металлизированного картона привлекут уверенных и самодостаточных людей, а невероятные парфюмерные композиции, привезенные из Грасса, покорят их. Лаконичные стеклянные флаконы, крышки из экологичной древесины, бука и отсутствие декора, как средство визуального отдыха от высокой скорости жизни.